Вначале я прочитаю два места Священного Писания. Это Матфея 9, 14, 15. Вы все эти места знаете. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». И второе место, это 6 глава Матфея, 16 стих. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Сейчас у нас, братья и сестры, время такое, что многие говорят: зачем пост? Пост не нужен. Раньше, в то время, когда верующие переживали гонения, притеснения, тогда пост среди верующих – это было вполне нормальное явление. Постились много и часто, потому что были притеснения, были бесконечные разгоны богослужений. Очень часто верующие получали сообщения, что там-то и там-то арестован такой-то брат, там-то и там-то состоялся суд, и такому-то брату или сестре дали 3 или 5 лет лишения свободы. И поэтому постились много, постились все. И обстоятельства жизни тогда заставляли поститься. Постились об узниках, о том, чтобы Бог давал сил в испытаниях и искушениях, которые приходилось переносить. И постились о том, чтобы Бог послал свободу, послал благоденствие. Вот. Потом это время наступило, всех узников отпустили, не стало слышно, что где-то разгоняют богослужение, и дело с постом стало ослабевать, а в некоторых и совсем поста не стало. Есть некоторые церкви, где прямо членским собранием отменили пост, ну что, мол, так и так, что время свободное, пост не нужен, а в некоторых церквах узаконили пост до 3 часов. Вот, я прочитал Матфея с 9 главы, и там такая фраза, Христос говорит: «Будут поститься». К нему это подходят ученики и говорят, что так и так, почему они не постятся? И он говорит, что «будут поститься». Вот эта фраза, я думаю, что она относится и к нашему времени. И второй текст я прочитал, там такая фраза: «так же, когда поститесь». Почему здесь написано именно «так же, когда поститесь»? Раньше в этой главе Христос говорит: когда творишь милостыню, вот поступай так-то, так-то и так-то. Когда молишься, вот так-то и так-то поступай. Дальше идет молитва «Отче наш». И 16 стих: так же, когда постишься. Почему-то это слово стоит здесь так же. Знаете, как вот эти вот явления, когда человек творит милостыню, когда человек молится, верующий, это вполне нормальное явление в жизни верующих. И точно так же пост. Христос здесь, обратите внимание, не дает повеления, что смотрите, вам нужно поститься, вам нужно молиться. Здесь из содержания этого текста понятно, что эти явления совершенно нормальные, и они обязательно будут сопровождать жизнь верующего. Есть мнение, что пост – это для Ветхого Завета. И в Новом Завете мы не встречаем, чтобы верующие постились. Но мы с вами, читающие Библию, мы знаем, что много примеров и в Новом Завете, когда дети Божьи постились. Деяния 13 глава в Антиохии. Там в церкви были некоторые пророки-учители. Написано, когда они услужили Богу и постились. У них в то время не было гонений. У них была вполне нормальная, спокойная жизнь. И про них написано, что они постились. Потом Корнили, помните, когда ожидал Петра, постился. Петр взошел на кровлю, постился. Павел в Дамаске, слепой когда был, тоже 3 дня постился. Вот. Сейчас поговорим о назначении поста. Зачем нужен пост? Я прочитаю из книги Левит, 23 главы. Ну и тут большой текст, я не буду его читать. Здесь Бог определяет определенный день поста для народа. И там такие слова: «Смиряйте души ваши, а душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего». В Ветхом Завете пост и смирение часто, это имелся один и тот же смысл.
То есть встречается место, что мы постились, и дальше чуть мы смирялись. Вот Иеремия, 36 глава, 6-7 стих, и там Господь говорит: «Ты войди в дом Господень и прочитай слова Господни вслух народа. Может быть, они вознесут смиренное моление пред лицо Господа». И пост обычно сопровождался знаками смирения. Это одевали в ретище, посыпались пеплом, там рубище подстилали, там еще что-то. Даниил говорит, это 9.3. «И обратил я лицо мое к Господу с молитвом и молением в посте и в ретище и пепле». Вот Исаия, 58 глава. Это вся глава о посте. Тут даже вот мелким шрифтом это пост, неугодный Господу. Дальше истинный пост. То есть эта глава говорит о посте. Вот смотрите, 5 стих. «Таков ли пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел». То есть пост – это смирение. И мы постимся, прежде всего, для смирения. Сегодня на утреннем собрании Борис Павлович, когда говорил слово, сказал, что нужно смиряться пред Господом. Не так, как он пример привел, что брат один, я как смирюсь, и так все увидят. А смириться перед Господом. Исаия 66:2, Господь говорит: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом». И одна из форм смирения – это как раз-таки пост. Еще для чего нужен пост? С этой же главы, с 9 стиха: «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет: вот я». То есть пост – это просьба к Богу. Бывает часто, что в нашей жизни наступают такие обстоятельства, когда нам очень трудно, какая-то нужда, и нужда очень важная, и мы хотим получить от Бога ответ. И тогда мы в это время назначаем пост. Чтобы Господь благословил, чтобы Господь послал ответ, мы постимся. Вот я хочу привести некоторые библейские примеры, когда было очень трудно людям, и они назначали пост. Вы помните, книга «Исфирь», там с 4 главы, там очень большая опасность нависла над народом, когда Аман задумал истребить всех иудеев. И царь уже подписал указ об этом. И там написано, что куда доходил этот указ, то было большое сетование и пост. И плакали, и вопили, и во вретище, и пепли, и весь народ постился 3 дня. Потом, когда Иона проповедовал в Ниневии, там тоже ниневитяне постились. Они поверили его словам и постились. И сам царь сошел с престола, снял с себя царские одежды, оделся во вретище и тоже постился вместе с народом со всем. Еще в дни Ездры, когда он выходил из Вавилона, то у реки Агавы он объявил пост, потому что дорога была трудная и были большие опасности. И они постились и молились тоже 3 дня, чтобы Господь защитил и благословил. И там такие слова: «И Бог услышал нас». Бог услышал и благословил, и благодеющая рука Господа была над ними. И все, что они запланировали исполнить, все они совершили. То есть, если у нас какая-то нужда, какая-то просьба к Богу важная, то мы назначаем пост. Еще для чего нужен пост? Деяния 13 глава, я уже упоминал это место, там такие слова: «Когда они служили Господу и постились». То есть в Библии встречается пост как служение. И вот есть еще один пример поста как служение, это Луки 2 глава. Там была одна вдова 84 лет, Анна. Помните, да, все этот случай? И написано, что она не отходила от храма, постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И служение поста встречается в Библии неоднократно. И хорошо, если есть люди такие, которые посвятили себя на служение поста и молитвы. Если есть такие люди в церкви, то церковь испытывает благословение, потому что люди регулярно постятся
постятся о церкви, о нуждах церкви, о пресвитерах, о служителях. И такая церковь испытывает благословение. Вот, я хочу привести пример один, пример из жизни. Где-то один служитель рассказывал, что он посещал церковь, церковь небольшая, и как-то очередной раз он совершил там хлебопреломление, и к нему подходит пресвитер той церкви и говорит: «Отвези, пожалуйста, эту старушку домой, а то она не дойдет». А потом отзывает его в сторонку и говорит: «Вот эта старушка, а ей так на вид лет 60-70, она несет служение поста и молитвы за нашу церковь». То есть она ужинает в четверг, и потом она завтракает только в понедельник. Она 3 дня в посте. И так каждую неделю. И это образ ее жизни. И служитель рассказывает, он посещал эту церковь и говорил: «Я был свидетелем больших благословений в этой церкви. Господь очень сильно работал в этой церкви. И хотя она была небольшая, но очень часто каялись души, и церковь быстро увеличивалась числом». Но вот прошло несколько лет, эта старушка умерла. И в церкви начались проблемы. И очень большие проблемы. Очень трудные членские собрания. Одного, второго, третьего отлучили. Потом произошло разделение. И он говорит: «Я тогда подумал, может быть, церковь испытывала благословение, пока был человек, который положил себя на жертвенник служения вот в деле поста и молитвы. И пока человек этот совершал служение, то и церковь жила, и церковь испытывала благословение». То есть, вот это служение поста и молитвы, это, конечно, нелегкое служение. Но если есть люди в церкви, которые несут это служение, то церковь, несомненно, будет испытывать благословение. Следующее, о чем я хотел поговорить, это содержание поста. Что представляет собой пост? Что это такое? Ну, во-первых, как вы все знаете, пост – это воздержание от пищи и питья. Есть мнение, часто слышу, что без воды человек не может. Ну, то есть, без еды ладно, но не без воды. Или говорят еще, что 3 дня, вот без воды невозможно. То есть без пищи ладно, но вот водичку я буду пить. В Священном Писании пост, дословно, это полный отказ от питья и воды. Совсем ничего не есть и не пить. Есть некоторые привыкли понимать пост как у православных. То есть они отказываются от какой-то калорийной пищи. Ну там супчик они там, допустим, могут покушать. То есть это совсем не пост. Пост – это полное воздержание от пищи и питья. И в подтверждение мы можем найти много мест Священного Писания, я за экономию времени не буду этого делать, где говорилось, что верующие во время поста ничего не ели и не пили. Прям так и написано – ничего не ели и не пили. И во время поста нужно еще много молиться. Пост всегда сопряжен с молитвой. Пост и молитва – это нераздельные явления. Вот Псалом 108, Давид говорит: «Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось стука». Ну, почему лишилось стука, понятно, да? Человек, когда много постится, он много не кушает, понятно, почему тело лишается стука. Но почему колени? Почему вот эта фраза тут стоит? Здесь Давид имеет в виду смысл, что во время поста человек много молится, много взывает к Богу. То есть во время поста мы должны больше, чем обычно, читать Библию и молиться. Некоторые говорят, что так и так, у меня не получается много молиться, у меня получается не пост, а голодовка. А раз так, у меня не получается хорошо поститься, ну я поститься тогда не буду. Но это тоже неправильно. То есть если у тебя не получается хорошо поститься, ну постись как можешь. Пост буквально – это воздержание от пищи и питья. И поэтому постись как можешь. Конечно, хорошо, если мы освобождаемся от тяжелой работы. Тяжелую работу, конечно, нельзя во время поста делать. Потому что один брат рассказывал, что однажды он был в 3-дневном посте и решил, он был водитель, все покрышки поменять на своей большой грузовой машине. Там колес там что-то около 10, что ли, было. Вот. И работа очень тяжелая, и он чуть не умер. Это было к концу 3-го дня, он задумал поменять колеса и чуть не умер. То есть мы не должны
выполнять тяжелую работу во время поста и, естественно, не требовать тяжелых трудов от других. То есть, если братья вот, согласились в среду сделать пост, а я в этот день пригласил братьев, допустим, заливать фундамент, то ну, совершенно это будет неправильно. Еще очень важное значение поста. Значение поста – это день очищения. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. То есть в этот день нужно особенно проверить свои отношения с Богом. Конечно, мы должны очищаться и освящаться каждый день, но в этот день, когда ты смиряешься, ты можешь как-то по-особому посмотреть на некоторые стороны своей жизни и где-то, может, в чем-то покаяться, и где-то от чего-то освободиться. Исаия, 58 глава, опять эта же глава, с 6 стиха. «Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Разреши оковы неправды». То есть, если ты где-то кого-то обманул, может быть, ты где-то распространил неправду, или ты где-то забыл уже даже о чем-то, то ты будешь молиться, в этот день Господь тебе напомнит, чтобы ты от этого освободился. Развяжи узы ярма, с кем ты еще не в мире. Может быть, ты кого-то не можешь простить. Кто-то против тебя согрешил, и ты не можешь простить, и таишь обиду. Или расторгни всякое ярмо. Если где-то гнетет грех какой-то, от которого ты не можешь освободиться, то день поста – это прекрасная возможность, когда Господь поможет тебе навести порядок в твоей духовной жизни, чтобы не было в твоей жизни таких проявлений, за которые тебя бы осуждала совесть. Еще во время поста мы должны делать больше, чем обычно, добрые дела. 7 стих. «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Мы обычно привыкли, что во время поста нужно воздерживаться от пищи и больше молиться. Но здесь, согласно вот этого текста, нужно еще творить добрые дела. То есть, если есть на рынках сидят нищие или на вокзалах, то хорошо, если мы не проходим мимо. Если ты видишь человека голодного или замерзающего, то поделись с ним. Это пост, угодный Господу. Этой зимой было холодно очень, и я свидетелем был такой картины, что человек стоит на остановке, и так он скуденько одет, бедно, ну видно, что бедный человек, и так кутается, а ветер, и у него уши мерзнут, и он так вот в воротник кутается, пытается как-то прикрыть, но у него это плохо получается, такое пальтишко скуденькое такое, и с нашей церкви брат едет на машине, вот, и как раз мимо этой остановки проезжает. И как-то у него порыв такой сразу. Он раз сразу шапку из головы, на ему. Тот раз, и все, и он поехал дальше, ну, чтобы не тормозить. И это угодный Господу поступок. Это здравый порыв у человека. Я не знаю, конечно, был он в посте или не был, но вот сам поступок говорит, что человек в правильных отношениях с Богом, что он Священное Писание понимает правильно, что он видит человека замерзающего, у него есть возможность, он делится с ним. Продолжительность поста. Самый короткий пост в Библии упоминается, это один день. Когда погибли Саул и Анафан, написано, что постились с утра до вечера. То есть, есть некоторые верующие, которые постятся до обеда. Ну, до обеда это совсем не пост. Ну, это не касается больных, конечно. Вот. Если человек здоровый, и он говорит, я поститься до обеда, то это не пост совсем. Это ты просто забыл покушать. У меня часто бывает, что я там забегался где-то раз и забыл покушать. Не надо объявлять, что у меня пост. Нигде в Священном Писании не встречается, что, допустим, фраза такая, что постились до полудня. Пост везде – это один день. Самый длинный пост – это 40 дней. Моисей постился 40 дней, и Иисус постился 40 дней. Даниил постился 21 день. Второе царство, 31 глава, упоминается место «постились 7 дней». И очень часто в Библии верующие постятся по 3 дня.
Есть верующие, которые постятся много и подолгу, и гордятся этим. Пост для гордости – это тоже, это не пост. Такой пост Богу не нужен. Написано: «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». То есть, если говорить о продолжительности поста, то мы должны поститься вот хотя бы самым коротким постом. То есть, пост начинается вечером и заканчивается следующим вечером. То есть, совсем неправильно, если я там в 3 часа ночи встал, покушал, потому что у меня сегодня пост. Вот. 23 глава, Левит, откуда мы читали уже место, там, когда Бог устанавливает этот день, там такая фраза: «От вечера до вечера». Такая фраза. Вот. Еще есть некоторые верующие, объявляют пост 7 суток. Но 7 суток, это, конечно, это, мне кажется, очень длинный пост. Совсем ничего не есть и не пить, это очень тяжело. И это часто такой пост больше похож на, как апостол Павел говорит, самовольное изнурение тела. И, может быть, Господь от тебя этого и не хотел. И, скорее всего, в этом случае сатана найдет место, чтобы человек этим гордился. И такой пост будет только во вред. То есть мы не должны поститься для гордости, не должны поститься пред людьми, мы должны поститься пред Господом. Господь, видящий тайное, воздаст тебе явно. О периодичности. Если говорить о периодичности поста, то я хотел бы напомнить место. Это 1 Коринфянам, 7 глава. Там такие слова: «Для упражнения в посте и молитве». О чем говорит эта фраза «для упражнения»? О том, что в посте нужно упражняться. То есть поститься нужно каждую неделю. Если так у верующего спросишь: ты постишься? Ну, не всегда. Обычно вот этой фразой пытаются скрыть истинное положение дел в отношении поста. Ну, все-таки, как часто постишься? Ну, не так часто. Ну, раз в месяц постишься? Ну, не всегда. Ну, то есть, это раз в полгода, это тоже пощусь не всегда. Это, конечно, не упражнение. Упражнение – это как спортсмен. Один брат приводит пример, что это как спортсмен. То есть, если ты пропустил пост, ну, бывает, ты встал утром, раз что-то скушал быстренько и вспомнил, что у тебя пост, перенеси его на следующий день. Ну, хорошо, если мы стараемся не пропускать пост. Есть верующие такие, которые никогда не пропускают пост в определенный день недели. И спросить у такого верующего: вот ты сколько раз пропустил пост, ну, скажем, за 3 года? И он говорит: не пропустил ни разу. То есть, это хороший пример для подражания. Фарисей зашел в храм помолиться. Помните, да, эту историю? И говорит: пощусь 2 раза в неделю. Мы обычно этого фарисея не любим. Вот, что он лицемер, там, что он гордый. Он мытаря там уничижал, там, он мытаря не любил. Вот. Но, тем не менее, он постился 2 раза в неделю. Вот, если сейчас, допустим, спросить, кто из нас постится 2 раза в неделю? Ну, я думаю, наверное, рук бы и не было. Вот. А если спросить, а кто постится 1 раз в неделю и не пропускает пост? Ну, то, может быть, я думаю, что несколько рук бы поднялось. Вот. Вот. Апостол Павел пишет: часто в посте. Как вы думаете, часто в посте? Вот эта фраза, это сколько раз в неделю часто в посте? Я думаю, что часто в посте это больше, чем 2 раза в неделю. Почему? Потому что фарисеи, как правило, постились 2 раза в неделю. Если бы апостол Павел постился 2 раза в неделю, то он бы не написал «часто в посте». Вот. То есть, немногие из нас выдерживают дисциплину в отношении поста и молитвы. Если ты хочешь быть хорошим христианином, если ты хочешь, чтобы твоя жизнь была без падений, жизнь победы, то ты будешь поститься, в посте будешь упражняться. И пусть нас Господь благословит, чтобы мы постились не реже 1 раза в неделю. О результатах поста. Что пост дает? 58 глава, та же 9 стих. Мы его уже читали. «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь и скажешь, и скажет: вот я». И 11 стих. Обратите внимание, это самый важный стих вообще в нашей беседе. 11 стих.
и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, который воды никогда не иссякают». Братья и сестры, это Божье обетование. Если ты регулярно постишься, будет Господь вождем твоим всегда, и ты будешь, как напоенный водою сад. Бывает, тоже этот служитель рассказывает, что бывает верующий подходит и жалуется. Ну вот не знаю, что-то вот у меня жизнь такая слабая. И я молюсь, и мне кажется, такая молитва моя, ну, до потолка и все. И как-то и соединения с Богом нету. И, ну, прямо у меня жизнь, как у неверующего. Ну, ты вот вспомни, может, грех какой-то, постарайся вспомнить. Да нет, ну, ничего нет такого, так совесть вроде не осуждает ни за что. А как ты Библию читаешь? Читаю по 5 глав в день читаю. А молишься? Молюсь, каждый день молюсь. Брат, а как у тебя с постом? Молчит. Молчит. Будет Господь вождем твоим всегда. То есть твоя жизнь не будет оскудевать. Ты будешь как напоенный водою сад. Если ты регулярно читаешь Библию, если ты молишься и стараешься не грешить, но в твоей жизни нет поста, то определенно в твоей духовной жизни будут проблемы. Обязательно, если ты не постишься, то будут трудности. И я уже буду заканчивать. И один случай тоже расскажу. Один брат рассказывал его, я постараюсь ближе к его словам передать. Еще в те годы, когда были преследования христиан, он уверовал, стал ходить благовествовать, ну вот как мог, там может где-то Библию раздавать, Новые Заветы, но это было запрещено, естественно, и его арестовали, дали ему 3 года. Он попал в места лишения свободы, и он каждую неделю постился, и пост не оставлял, и Бог его благословлял, и он в проходе прям вставал в бараке, молился, бывало заключенные подходили, там по пяткам стучали, как-то вот за плечо рукой, но он все равно он молился, не обращал внимания, вот, и... Время прямо вот так вот пролетело, и не было прям трудностей, и общение с Богом не прерывалось. То есть, ну, все благословенно просто. Потом он освободился, вышел, примкнул к церкви, опять стал служить Богу. Его опять арестовали и дали ему 5 лет. И рассказывает, привезли в один лагерь на севере. И он сразу обратил внимание, лагерь голодный-голодный. То есть, очень скудно кормили. И поставили на такую тяжелую работу, металл грузить в машины. И там норма что-то большая была, что-то 30 тонн за смену нужно было погрузить. И он подумал, ну все, здесь я пропал. То есть, если еще и поститься, то ну, я совсем не выживу. И первое, что он решил, это отменить пост. Отменить пост. И так говорит, похудел, остались... Кожа до кости, норму не выполнял. Он там сам такой худенький, вот, и норму не выполнял. И лишали всего, вот, что там есть, передачки, там свидания какие-то. Вот, за то, что не выполнял норму, всего лишали. И говорит, остались кожа до кости. Вот прям жалкое зрелище. Потом он заметил, стали посещать сомнения. Ну вот ты здесь сидишь, какая тебе польза? Вот, ну как-то бы помудрее бы себя повел, и, глядишь, на свободе был бы, и служил бы Богу, и пользу бы приносил. Вот. А потом он обратил внимание, что как-то ему уже не хочется Библию читать. Как-то днем заметил, что вообще забыл помолиться. Потом он подумал, может быть, вообще баптисты мы не то направление, может быть, взяли. Может быть, как-то, ну, по-другому надо что-то. То есть вот такого рода сомнения. Вот. И... Как-то раз, вот когда он уже забыл помолиться, он остановился и подумал, что я погибаю. Он увидел просто реально, что я погибаю. А впереди еще сидеть 4,5 года, еще какой продолжительный срок.
И он стал молиться и вопиять к Богу. «Господь, что случилось? Почему так?» И Господь ему ответил. Ему пришли на память вот эти вот строки Священного Писания. «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад». И он говорит: «Я понял, это потому, что я оставил пост». И говорит: «Я стал и со слезами искренне раскаялся, и я решил, что бы ни было, пост не буду оставлять. Вот хоть что пускай будет, хоть умру, пост не буду оставлять». И вы знаете, заметил он, что стал поправляться, стал норму выполнять. Так, даже такое было, что там обед, а уже норму выполнили. Вот. И весь остальной срок он уже день пропостился, промолился, и отношения с Богом возобновились. Вот. И то есть вот такой вот случай он рассказывает. То есть, братья и сестры, Господь, видя наши старания, видя наши стремления, Бог будет благословлять. И в Священном Писании мы очень много встречаем мест, когда испытывали люди благословение во время поста. Книга Исфирь, которую я уже напоминал, там, когда вот они были в посте, Бог послал избавление. И такое избавление, что во всем народе была великая радость. И что эти дни прям сделали праздником, как в закон по всей стране. Ниневитяне, когда постились, Бог услышал их и не истребил города. Когда Корнилий постился, Бог послал к нему ангела и говорит: «Корнилий, услышана молитва твоя». Вот такая вот фраза. И вот это вот место, которое мы уже неоднократно вспоминали, Деяния 13 глава. «Когда они служили Богу и постились, Дух Святой сказал». Часто, когда мы вот в таких отношениях с Богом, когда мы постимся, когда мы смиряемся перед Богом, это то состояние, в которое Господь хочет нас ввести, чтобы нам что-то сказать. Поэтому пусть Бог нас благословит. И в этом явлении очень важно в нашей жизни. И пусть Бог прославится в нашей жизни. Слава Ему. Аминь.